Власти республики утвердили перечень объектов, которые построят и благоустроят к 450-летию Уфы. На их возведение и реконструкцию с федерального и республиканского бюджетов направят почти 50 миллиардов рублей. Наиболее затратными будут работы по благоустройству общественных пространств и ремонту фасадов зданий. Их стоимость оценили в 10 миллиардов. Новый корпус и оборудование госпиталя ветеранов войн обойдутся в 6, строительство Центра спортивной борьбы и Евразийской библиотеки в 5,4 миллиарда соответственно. Появятся и новые образовательные учреждения, например, математический лицей, а также школа в Кузнецовском Затоне. Также запланирована масштабная реконструкция улиц Пугачева и Октябрьской революции. В частности, на последней необходимо расселить и отремонтировать 77 домов. Большая часть из них являются объектами культурного наследия. Если будут консолидированы усилия всех ведомств и министерств работать именно на это, скажем так, ну, какие-то дела, может быть, отложить где-то на потом, потому что 450-летие – это серьезный процесс и вопрос. Вот, тогда я думаю, что у нас все получится. Другое дело, что 2 года – это не очень длительный срок, потому что проектные работы занимают порядка 2 лет. Вы понимаете, что мы на некоторые проекты выйдем только, наверное, к 2024 году, реально. Но я уверен, что немалая часть инвесторов включаются, соответственно, мы, может быть, даже с опережающими темпами войдем в этот процесс. Напомню, торжества в честь 450-летия Уфы пройдут в 2024 году. К юбилею планируется навести порядок во всех дворах, парках и скверах.